ЧВК Вагнера перевозит своих погибших с помощью обычных дальнобойщиков. Соответствующие заказы появляются в профильных биржах. Вес 6 тонн, объем 82 кубометра, груз 200. Такой заказ обнаружили на одной из российских бирж грузоперевозок. Забрать его нужно завтра в Ленинском районе, на Ростовской области, а потом доставить подмосковную Балашиху. На карте самой биржи, конечно, точка указана администрация Балашинского округа. За такую работу 60 тысяч рублей, наличными без торга. Среди требований как то, рефрижератор, груз упакован в цельнометаллическую оболочку, разместила заказ ростовская фирма Дисавтотранс. Вся ее деятельность связана с грузоперевозками, но это только посредник. Заказы компания получает от третьего лица, а затем размещает на бирже. Компания утверждает, что цинковые грузы появляются почти каждый день, к сожалению. Принимать его нужно со склада, разгружать тоже на склад. Оплату за работу дается до выгрузки. Груз едет без сопровождения, но на постах проблем быть не должно. Дают сопроводительные документы из морга. Вообще, это, наверное, какой-то оборонный заказ. Это вагнеровцы, заявляют в организации, дважды подтвердив, что заказчиком выступает ЧВК Вагнер. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.